Так, ну что, чат? Поехали! Смертельная вечеринка 2. Офигенная, кстати. А ставки будут? Да, конечно, и ставки будут. Сегодня полный спектр развлечений, чат. И ставки будут, и все. Так, комната с паролем мне не нужна. Пропускать объяснение, требовать Twitch. Объяснение мы будем слушать, потому что много новичков, поэтому мы в первый раз обязательно послушаем заново инструкцию, как играть. Поэтому слушайте инструкцию внимательно, чтобы вы понимали, что, ну, как, в общем-то, это... Не доверяйте этим ужасным игрокам, включите эту опцию, вы уберете из игры ее части с рисованием, вводом текста и так далее. Это не надо. Так, начинать решать. Ага, количество игроков больше сделать не получится. А, субтитры давайте, наверное, я не знаю, а вы, наверное, и не услышите. Есть люди, у которых, возможно, я не шучу, затруднение со слухом или что-то такое, и вам было бы проще читать. Я не шучу. Пожалуйста, поставьте плюс, если вам это так будет удобнее. Я включу для вас субтитры. Только, пожалуйста, без шуток, потому что у некоторых из людей могут быть проблемы со здоровьем определенные, и им просто воспринимать текст было бы лучше. Плюс без шуток. Хорошо, тогда я включаю субтитры. А, ну и, в принципе, все. Окей, так. Какая комната? В данный момент пока никакая. Ждите. А ну заткнуть хайло всем! Тишина! Здорово. А что будет за тупой вопрос? Лунь недавно пересматривал стримы по Майнкрафту и понял, что это одни из лучших игровых стримов. Слава Украине. Героям слава. Последний раз обоих видели. Чекни мой донат ниже ПЛЗ. Здорово, Серега, привет, чат. Не хотели бы гост Цушима? Мы, может быть, потом пройдем. Не обещаю ничего, уже обсуждали это. Спасибо большое, бро. Так, почему у Ансавов нет нормального смайла смеха? Ну, потому что у Ансабов и так много чего есть. Хотят нормальный смайл смеха, пусть покупают сапку, бля. Звук игры убавить? Нет, у нас все в порядке по звуку игры. Ребята, входите, зрители, в зрительский зал. Ребята, вы, зрители, будете отдельным игроком. И вы будете отвечать на вопросы. Вы будете тоже пытаться сбежать из дома смерти и заниматься другими вещами. Поэтому входите для того, чтобы поучаствовать в игре в качестве зрителей, если вы вдруг не успели войти в качестве игроков. Так, ну а я предлагаю... Так, а кто у нас возьмет на себя ответственность и будет записывать игроков, которые у нас играли? Может быть, делать скриншоты? Чтобы мы точно знали, кто уже играл. И если что, чтобы можно было узнать, сверить. Короче, кто может, ребята, пожалуйста, сделайте скриншот. Я жду. Ну, вы уже, наверное, сделали, пока я говорил. Вот, и мы таким образом сможем узнать. Ну что, поехали. А, господи, не здесь же начинается игра, лол. Удачного стрима и веселой игры. А я пошел спать, а то уже полночь, 8 ночи. ПС, чекни потом мой первый донат на стриме. Мне нет смысла, но все же. И лишь раз всего хорошего. Хорошо, давай, Силк. Спокойной ночи тебе. По-прежнему на свободе. В записи ответ посмотришь потом. Я отвечу. Далее смерть и разрушение. Подъем, просыпайтесь! Приготовьтесь умирать! Сейчас, готовы? Добро пожаловать в смертельную вечеринку! Эти купоны на бесплатный отпуск в ваших почтовых ящиках были ловушкой, заманившие вас в игру со смертельными последствиями.
Лишь один из вас останется в живых. Я понимаю, что для вас это большое давление, но просто старайтесь веселиться. Итак, вопрос первый. Как иначе называются лимфоциты, белые кровяные тельца, играющие важную роль в нашем иммунитете? Используйте свое устройство, чтобы ответить на вопрос. И зрители тоже, между прочим. Время почти вышло. Я чуть-чуть помню. Идиоты, не пишите в чат ответы. И правильные ответы это, а? Господи, блядь. Кто ответил правильно? Модеры, смайл мод врубайте. У нас дебилы в чате. Смайл мод врубайте. Остальные? Пора. Добро пожаловать в комнату смерти. Пора сыграть со стенкой. Двое не вам ответили. Надо сбросить свою фишку и попробовать избежать смертельных ячеек. Кому-то нужно выбрать, где будут находиться смертельные ячейки. Я выберу. Ну же, выберите ячейку, чтоб жизнь медом не казалась. Окей. Да начнутся игры. Но здесь что-то выберите изи. Место, откуда будете бросать фишку. Ну это изи, блин. Ой-о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 й. Ни хрена, чё? Выбирай место, или я выберу его за тебя. Лох. Вы когда-нибудь слышали о теории хаоса? Так вот, эта фраза была сказана хаотически. Лох 2. Не стоило, видимо, их называть смертельными ячейками. Два лоха отъехали. Криворукие, блядь. Криворукище, блин, двое минус сразу. Сюрприз! Конец твоей жизни — это не конец твоего участия. Да. Не прекращайте играть, и тогда сможете украсть жизнь у другого игрока и выиграть. А, и еще, в этой игре есть зрители. Если они выживут, вы умрете. Подсказочка, вы в любой момент можете присоединиться к зрителям. Да, кстати, чат, в любой момент можно присоединяться, если что, даже когда игра идет. Попробуем еще один. Как по-английски зовут дочь семейки Адамс? Я не помню. Я вообще не помню, как ее там вообще зовут, честно говоря. Время убегает. Кто выбрал? Вот это! Победа. Остальные игроки, которые еще живы, следуйте за мной. Победа! Победа! И вновь мы в комнате смерти! Так. Ах, потерянное искусство написания писем. Я прочитаю вам письмо. Напишите как можно больше из того, что я скажу. Все остальные тоже будут писать. И если у кого-то получится лучше, чем у тебя, ты сдохнешь. Так. Окей, так, начинаем. Давай. Уважаемые издатели журнала «Прелестные кошки», ваш майский выпуск умопомрачителен. Я полагал, что кошки уже не могут быть очаровательны, но вы показали нам Барсика. Я хотел бы продлить подписку на журнал на следующие 11 лет. Время вышло. Теперь я посмотрю, что тут у нас. Быстро. И вот что у вас получилось. Но справился ли кто-нибудь лучше? Я вы вообще... были не лучшими. 18! В смысле, себе. Один из вас написал это. Вы хоть пытались? Жрать прилетные кошки. Прилетные кошки. Я, кстати, не понял, там просто слова надо писать или подряд? Я не понял, кстати. Ну ладно. А Штимер-то в топиче. Двигаемся дальше. Так. Как по мне, гениальное решение. Сколько спасательных шлюпок было на борту Титаника?
Ща-ща-ща-ща-ща. Время почти вышло. Окей, я ответил. По-моему, неправильно. Но я был... Короче, либо... Кто выбрал? Либо два, либо три. Вот это! Да ладно, одна! Ой, я подумал, что они хотя бы подстраховались немножко. Я хочу вам кое-что показать. Что-то мне показалось, их больше было. Надеюсь, вы сможете защитить себя от экстрасенсорных способностей. Я тоже думал 40. Напиши ответ, который подойдет к этой категории. Блин, обкакался чат. Все остальные тоже будут отвечать. И если твой ответ совпадет с чьим-то другим, страна? Ты сдохнешь. И это касается абсолютно каждого игрока. А, если совпало... Ой, блин, я зря написал. Я не заслушал. Все, я умер. Теперь посмотрим, есть ли совпадение. Я умер. Да я вас как раскрытую книгу читаю. Да, это... Я не дослушал инструкцию. Я не дослушал, к сожалению. Совпадение. Мы прибыли. Когда в живых останется лишь один игрок, мы перейдем к финалу. Следующий вопрос. Кем была Эва Перон? Время убегает. Вообще, кто? Она была пероном на станции, я не кто знаю. Кто выбрал? Вот это. Ну, да, близко. Ничего себе, нагуглили быстро. Все живые игроки ответили верно. Google. Мне это не нравится. Google. Easy Google. Попробуем еще один. Да-да. Время для вопроса о классическом кино. Easy Google. Кто не снимался вживую в фильме 96-го года «Космический джем»? В смысле не снимался вживую? Вообще! Время не, почти вышло. Я даже не помню, кто там играл, помимо Майкла Джордана. Честно говоря. Кто выбрал? Вот это! Я даже не помню, что кто там играл. Все залажали. Все вы облажались. А знаете почему? Потому что это не загуглить быстро. Это не загуглить быстро. Поэтому все обоссались. Это классическая игра «Чаши». Всем, кто сейчас в безопасности, я выдаю по ампуле с ядом. О, клёво! Это клёво. Выберите чашу, которую хотите отравить. Я знаю, кто возьмет мой кубок. Кто-то из них обязательно возьмет мой кубок. Я гарантирую. Теперь ваш черед. Давай. Выберите чашу, из которой хотите выпить. Давай, бери его, бери, я знаю. У большинства людей непереносимость яда, поэтому попытайтесь его не выпить. Давай, бери мой кубок, бери. А теперь посмотрим, кто что выпил. А, нет, не взяли. Тебя отравили. Я золотой отравил. Я думал, кто-нибудь будет жадным, но нет. Я давлю психологические идеи. Кстати, модеры неправильную... Вот что, я убил всех? Модеры неправильную... Полагаю, я верну одного из вас к жизни. Неправильную ставку сделали. Возможно, вы скажете, что это нечестно, но у этого игрока было больше всех денег. Ставка должна быть топ-4, а не в топ-3. Время пришло. Модеры идиот, потому что у нас здесь много игроков. Топ-3 это когда мало игроков. Поздравляю с выживанием, но сможешь ли ты сбежать? Сейчас я дам первую категорию. Так. Напитки, содержащие кофеин. Выберите ответ, который подходит под категорию, и нажмите «Отправить». Ну это изи вообще. Взглянем на правильные ответы. Вы продвигаетесь на одну клетку за каждый правильный ответ. Ну это изи еще был вопрос. Ох! Ты все ближе к выходу.
Погоди, ты же не думаешь, что ты будешь делать это в одиночку? Ох, как наивно. Если призрак догонит тебя, он украдет твою жизнь, затем он сможет сбежать отсюда и выиграть. И вот вопрос, который звучит для всех. И они получают третий вариант, чтобы им было легче догнать тебя. Время почти вышло. Блин, с одним только ошибся. Следующий вопрос. Основные парниковые газы. Да, только... Странно, мне казалось, что еще и этот. Ну ладно. Сериалы от Netflix. Ясно. Понятно. Но я вообще не знал, что там за... Это, конечно, темный кристалл. Не оглядывайтесь. Темный анал какой-то непонятный. Не знаю. Это просто тьма. Не знаю. Имеют экзоскелет. Время почти вышло. Какой? В смысле? Значит, я не... Какой? Темнота настигает. Шок. Пиццы, в которых есть мясо. Знаток по пицце, бля. Лучше всех ответил. Зацените. Знаток не по пицце. Не оглядывайся, потому что призрак прямо позади тебя. Пицца-эксперт. Федеральные праздники США. День Мартина Лютера Кинга? Я не думал, темнота, что это федеральный. Темнота настигает. Правители российского государства, руководившие менее 10 лет. Время почти вышло. Догоняем. О! Ты убил своего друга, и теперь ты ближе к выходу. Зрители не выигрывают, держу в курсе. Фильмы с оборотнями. А, все три разве? А я думал, что это просто про волчонков там всяких каких-то. Очередная кража жизни. Для тебя гаснет цвет. Один лох. Снимались в Ералаше. А, и глюкоза тоже снималась. Да зацените. Не так быстро, зрители. Если вы хотите преодолеть этот барьер, то нужно, чтобы более 75% из вас ответили на следующий вопрос. Вау. Если ты все еще в живых и хочешь пробиться, тебе нужны все три правильных ответа. Ой, я зафейлил, я знаю. Ой, я зафейлил. Да. Ладно, я очень сильно зафейлил, я знал, в какой. Все. Темнота настигает. Ой, я само зафейлил. Человеческие группы крови. Время почти вышло. Зрители, блядь, лидируют. А, нифига? Нет, зрители умерли тоже. Споки. Ребят, неплохо, да. Так, сейчас узнаем, где я был по рейтингу.
Так, топ-1, топ-2. Ну, все, да, все, просранчик, я топ-4. Вот если бы модеры сделали нормальную ставку, то все было бы в порядке. Да, да. Так что, бонг де модерс, бонг де модс, бонг де модс. Бонг де модс. Так, чат. Ну что? Ну что, чат, еще раз сыграем? Зрители мы не счит... Нет, зрители не вышли, держу в курсе, зрители умерли. Отчет начинается с тех, у кого было больше денег, держу тебя в курсе. Мы по топу судим, а не по тому, кто выиграл и так далее. Там только один победитель, просто держу тебя в курсе. Ну что, чат, еще раз? Ты говорил, топ-4 слишком легко, поэтому топ-3 делаем на 8 игроков, типа... Ну ладно, давайте оставим топ-3. Давайте оставим топ-3. Мы победили, просто игра тупая. Ну конечно, ну конечно. Давайте еще раз, ребята. Давайте еще раз. Так, те, кто только что полноценно играли, не в качестве зрителей, а в качестве игроков, вы не заходите больше в качестве игроков. Так. Ой. Так, те, кто у нас следят за игроками, делайте скриншоты. Да, ребята, мы сегодня еще много раз будем играть, и рано или поздно вы зайдете, потому что, ну, вы поняли, не все люди стремятся стать именно игроками, и... Hellplay уже играл, очень смешно. Так, чатик. Я предупреждаю, не пишите ответы в чат, иначе мы опять его закроем. Вы можете обсуждать что-то и так далее, но не надо писать ответы и что-то поняли меня. Так что... Ну, как бы, мозги, ребят, включайте. Выигравшего нет в списке. Еще раз говорю, топ. Болею за собака Ересеня. У нас идет голосование по денежному топу, я еще раз повторяю. Ты можешь выбраться, но ты на самом деле можешь быть в говне, потому что всю игру ты мог не отвечать правильно и не получать денег. Выигрывает у нас топ распределяется по тому, кто сколько денег заработал. А то, сколько денег ты зарабатываешь, в 90% случаев основывается на том, как ты отвечал на вопросы в процессе игры до забега. Поэтому мы учитываем только этот топ. Так, зрители уже играли. Ну что, вы готовы, чат? На счет 3. 1, 2, 3. Местные жители, знакомые с историей заброшенного здания, называют его отелем смерти. Несколько поколений таинственной семьи управляли скверным отелем вплоть до его закрытия в... Другим новостям. Убийцы смертельной вечеринки по-прежнему на свободе. Далее моя зарплата. Чат, давайте убьем стримера. А чё такой кровожадный? За шо? Подъем, просыпайтесь. Приготовьтесь умирать. За шо? Добро пожаловать в смертельную вечеринку. Привет, Макат. Ваше бесплатное путешествие на выходные было ловушкой, которая привела вас в игру не на жизнь, а на смерть. Лишь один из вас останется в живых. Африка, сиди и смотри стрим, братан. Я владею отелем и убиваю людей. Наконец-то я достиг баланса между работой и жизнью. Тебя это вообще не касается. Ну что ж, вопрос первый.
Какое название носит последняя книга трилогии «Голодные игры»? Используйте свои устройства, чтобы ответить на вопрос. Время убегает. Я не помню, но я знал, кстати. Я знал, но я не помню. И правильный ответ это... Кто ответил правильно? Я думал, что это вторая. Блин, пипец. Остальные? Настало время последствий. Почему-то подумал, что это вторая книга была. Реально пипец. И вот ваши вещи. Добро пожаловать в комнату 105. Надеюсь, вам нравятся фокусы. На шпагах сейчас будем. Выберите место внутри ящика, чтобы спрятаться. Чат, не втыкайте в меня. Я бы сказал, не расслабляйтесь, но мне кажется, что это очевидно. Чат, не втыкайте в меня, пожалуйста. Я прошу, чат, не втыкайте в меня. Не втыкайте меня. Качок это потому что как в жизни. Для любого хорошего фокуса требуются отзывчивые добровольцы. Вот где начинается веселье. Вы получаете шпагу. Выберите на своем устройстве ряд или столбец, который хотите пронзить своим мечом. Полагаю, тут больше колотых ранений, чем волшебства. Хрясь-хрясь! Интересно, вырастет ли это снова? Mind games! Mind games! Я еще с вами не закончил. Помните, мертвые игроки тоже игроки. Просто их проще видеть насквозь. Не прекращайте играть, и тогда сможете украсть жизнь у другого игрока и выиграть. И, кстати, зрители теперь полноценный игрок, и они могут выиграть эту чертову игру. Если вы еще не готовы, вы можете присоединиться к зрителям в любое время. Вообще без напряга. Вообще без напряга. Двигаемся дальше. Из чего сделана медаль лауреата Нобелевской премии? Время почти вышло. Кто выбрал вот это? Нафига мне? Остальные игроки, которые еще живы, я хочу вам кое-что показать. Я думал, им Нобелевы. Добро пожаловать в комнату 227. Давайте поиграем с костями. Выбрасывайте столько раз, сколько захотите, чтобы увеличить свой счет. Я прикончу обладателя наименьшего счета, но если кто-то наберет больше, чем 21, то именно он расстанется с жизнью. Ой, и не забывайте, если кто-то из них выбросит череп, то это добавит единицу к счету каждого. Честно, это в большинстве просто оправдание, чтобы использовать эти крутые кости с черепами. Это провал. Здесь вы, без сомнений, продули. Ну, вы поняли, да? Дед! Махинатор! Хоп-хоп-хоп! Перетасовал так, фу-фу-фу! Попробуем еще один. Я довольно смутно помню момент, когда в моей голове родился этот вопрос. Он был где-то между тем, как я взял в руки клюшку для гольфа, и тем, как она сломалась об голову последнего проигравшего в предыдущей игре. Сколько обычно ямочек на мяче для гольфа? Типа считаю. Oh.
Время почти вышло. Смотря каком. Кто выбрал? Вот это. Сколько? Сколько? Сколько где? Следуйте за мной. Говоря откровенно, я добавил это в игру в самый последний момент. У каждого из вас будет по телефонному аппарату. Но я... есть только три номера. Набери один из этих номеров на своем телефоне до того, как это сделает кто-то другой, или ты сдохнешь. Я думал добавить в эту игру телефонные коды или талончики, но я уверен, что никто из вас не хочет играть в эту игру часами. Чего? У меня, короче, я набрал вообще другой номер, у меня сбилось, я набирал одно, а в итоге набралось вообще другое. Чего? Почему? Я набираю ноль, у меня набирается три. Я не понял вообще, как это работает. Реально просто бред. Я серьезно. Я сейчас обрежу телефонную линию. Я не могу набрать. Слишком медленно. Ваш разговор окончен. Короче, он работает очень плохо. Реально, очень дебильно работает. Ты мышкой должен перетаскивать, и там какой-то бред происходит постоянно. Просто идиотизм полнейший. Супер криво. Супер криво работает. Мы прибыли. Супер криво. Когда в живых останется лишь один игрок, мы перейдем к финалу. У меня ноль денег. Следующий вопрос. Из-за чего мы не видим лицо мужчины на картине Рене Магрита «Сын человеческий»? Время убегает. Кто выбрал? Вот это. Пора. Ноль денег. Здесь вы можете защититься паролем. Напиши настоящее четырехбуквенное слово на своем девайсе. И лучше сделай его посложнее, ведь если кто-то угадает пароль, ты сдохнешь. Ноль. Иди отсюда нахер, а то убью. Теперь все остальные попробуют угадать твой пароль. Работая командой, попробуйте отгадать пароль на своих девайсах. Если вы угадаете букву, стоящую на своем месте, вы ее увидите. Если кто-то угадает пароль за отведенное время, вы все получите награду. Не забывайте о командной работе, делитесь друг с другом найденными буквами. Блин, а... Т? Твоя защита оказалась уязвима. Ты оказался уязвим, блин, понял? Остался только один выживший. 500 баксов у меня. Вы знаете, что это значит. $500. Рад видеть тебя в живых, но сбежишь ли ты отсюда? Сейчас я дам первую категорию. Эндокринные железы. Выберите ответ, который подходит под категорию, и нажмите «Отправить». 500. Взглянем на правильные 500. Ответы. За каждый правильный ответ вы передвигаетесь на шаг вперед. Шишковидное тело. Чат. Ты на пути к выходу. Шишковидное Погоди, тело. Ты же не думаешь, что ты будешь делать это в одиночку? О, как наивно. Если призрак догонит тебя, он украдет твое тело. Тогда именно он сможет сбежать и выиграть. Сейчас я сбегу. И вот вопрос, который звучит для всех.
и они получают третий вариант, чтобы им было легче догнать тебя. Время почти вышло. А, да ладно, все три? Животные, которые впадают в спячку. Идеально, идеально. Природовед. Природовед Сергей Халье. Фильмы с Чарли Чаплином. О-оу, у вас проблемы. Да, я сейчас иду. Боитесь темноты? Произведение искусства из эпохи Возрождения. Время почти вышло. Я не успел. Я не успел. Теперь вы всего модераторы, лишь тени. Модераторы, забаньте человека, который пишет ответы. Книги он, у него проблемы Завета. С этим, как бы, с пониманием. Все, кто пишет ответы, я советую в бан сразу же. Можно на час банить. Блин, пока смотрел на это, не надо предупреждать, надо сразу банить. Этот призрак может украсть твою жизнь. Блин, пока смотрел... Числа кратные восьми. Математик. Призрак украл твое тело. Корнеплоды. Время почти вышло. Как его? Фермер. Фермер. Темнота настигает. Морские млекопитающие. Эксперт по млекопитающим. Эксперт по млекопитающим. Очередная кража жизни. Есть еще кое-что, что замедлит тебя. Тебе нужен идеальный ответ, чтобы сбежать. И теперь я добавляю третий вариант. Не знаю. А, нифига, все три есть. Почти тебе москвич. Надо дать все правильные ответы, чтобы сбежать. Все. Модеры, рассчитайте ставку, я все равно не занял топ. Сразу ставку рассчитайте, модеры. Ну ладно, слушайте, справедливости ради я почти сбежал, учитывая, что я стартовал дальше всех. Ну не дальше всех, а со многими, кто... сам. Короче, вы поняли меня. Так, чат, ну что, давайте третий раз, еще один. По три раза будем гамать. Вновь прибывшим рассказываю, как и что работает. Привет, любимый стример. Мне уже 5 годиков. Вот уже 5 лет я смотрю тебя. Я видел тебя разным. Спасибо, что ты есть в Блове-Блове. Спасибо большое за ресап, Игорь. Благодарю тебя. 5 лет это очень много. Спасибо. Итак, чат. Гоблин в доспехах. Консервы, завтрак дракона. Привет. Когда будешь играть в Монополию с чатом? Пока не планирую. Вот. Итак, короче, рассказываю для вновь прибывших, как играются и какие у нас правила. Это очень важно.
Для того, чтобы поучаствовать в игре, вам нужно заранее зайти на сайт Джекбокса. Вот на этот. Заранее. Играть вы можете как с мобильного телефона, так и с компьютера, ну и планшета соответственно. Переходите на этот сайт, и здесь вы должны залогиниться с помощью Twitch. Для того, чтобы это сделать, вам нужно нажать вот на эту полосочку и нажать «Вход с Twitch». Таким образом, вы автоматически залогинитесь. Вот здесь у вас появится ваше имя, которое будет соответствовать вашему никнейму на Твиче. А вот здесь, где код комнаты, вы должны будете указать код, который я буду писать в чат, для того, чтобы войти в игру. Вы можете войти в качестве зрителя и в качестве игрока. Чтобы войти в качестве игрока, вам нужно успеть ввести код быстрее остальных, потому что места на игроках ограничены. Их там может быть 5, может быть 6, может быть 8. Если вы не успеете, вы автоматически войдете в зрители. Зрители тоже играют, у них есть персонажи во многих играх, они оценивают других игроков, в общем, выполняют кучу очень важных функций, поэтому вы тоже играете, но просто по-другому. Поэтому, в общем-то, заходите в любом случае. Теперь о правилах. Первое. Если вы уже сыграли со мной как игрок, не как зритель, а как игрок, полноценную игру, больше как игрок вы не заходите. Подождите, пока забьются игроки, и потом заходите как зритель. Это сделано для того, чтобы люди могли разные попробовать поиграть как игроки, и иначе, ну вы поняли. Второе. В играх, где вы можете сами рисовать что-то, запрещено рисовать половые органы, либо другие вещи, которые сексуализируют контент. Это может быть грудь и какие-то еще подобные вещи. Это запрещено. Если человек будет заниматься подобным, мы мгновенно прекратим игру, а этот человек будет забанен. Я предупреждаю сразу. Вот, значит, также запрещено, естественно, писать оскорбительные слова, если мы играем в игру, где вы можете написать текст, нельзя писать оскорбительные слова, это тоже понятно, в этом случае вы тоже будете забанены и, скорее всего, причем на Твиче, так что просто ведите себя нормально. В остальном все. Все, добро пожаловать, как говорится. Так, ну и давайте. Давайте чатик. Так, ща. Блин, пойди секунду. Да что ж такое-то? Ага, так. Также модерация будет периодично дублировать комнату и код для нее. В качестве зрителя вы можете войти в игру в любой момент, абсолютно. То есть можете войти сейчас, а можете войти уже в середине игры. Разницы никакой. Так что присоединяйтесь. Так, чуваки, которые у нас следят за игроками, вы сделали скриншот? Фиг зайдешь, ребятки, ну, к сожалению, игроков максимум 8, именно тех, кто участвует, а зрителей у нас, конечно, побольше желающих. Вот, но поэтому мы используем правило, что люди, которые вот сейчас поиграют, они уже не смогут больше играть, только в качестве зрителей, чтобы другие могли попробовать поиграть. Ну что, поехали! Зрители уже играли. Местные жители знакомы с историей заброшенного здания, называют его отелем смерти. Опять та же игра? Да, опять та же игра. Я же сказал, что мы три раза играем. Потом пойдем в следующий. Убийцы смертельной вечеринки по-прежнему на свободе. Далее.
Я убил комара. Подъем, просыпайтесь. Приготовьтесь умирать. Он уже умер. Добро пожаловать в смертельную вечеринку. Тот единственный положительный отзыв на Booking.com был фейковой приманкой для попадания в игру не на жизнь, а на смерть. Лишь один из вас останется в живых. Но я воспоминания, что мы создадим, будут жить вечно. Итак, вопрос первый. Что обозначает буква D в аббревиатуре КНДР? Используйте свои устройства, чтобы ответить на вопрос. Время почти вышло. Китайская народная дорогая республика. Чадрига. И правильный ответ это, а? Кто ответил правильно? Я, если что, тоже, это было слишком легко. Двигаемся дальше. Вопрос, которым задавался практически каждый. Сколько кнопок на левой клавиатуре у полного народная аккордеона? Дорогая республика, правильный ответ, ребят. Сколько кнопок на левой клавиатуре? Окей. Время почти вышло. Я... Кто выбрал вот это? Остальные, идем со мной. Добро пожаловать в комнату смерти. Вас поставили к стенке. Нет, не в этом смысле, я не настолько злобный. Это жесть. Вам надо сбросить свою фишку и попробовать избежать смертельных ячеек. Знаете что? Нам нужны смертельные ячейки. Эй, вы, выберите ячейки, которые будут убивать. Нет, пожалуйста. Так. Окей. Да начнутся игры. Выберите место, куда будете кидать фишку. Уверен, нет, уж это у вас получится. Его фишка мне помешала. Подстава. Подстава. Я сделал эту доску на уроке труда. Нет, его фишка мне помешала. Это подстава. Ой, пипец. Не вините меня, вините гравитацию. Меня синий толкнул. Он меня прям в бок толкнул. Пипец. Нет, вообще-то я еще могу войти в топ, я же в курсе, ребят. И ты опять здесь. Каждый, кто умрет в этом отеле, станет призраком. Не прекращайте играть, и тогда сможете украсть жизнь у другого игрока и выиграть. А, еще, в этой игре есть зрители. Если они выживут, вы умрете. Подсказочка, вы в любой момент можете присоединиться к зрителям. Попробуем еще один. Кто первым доказал периодичность появления комет? Я! Он! Время почти вышло. Сейчас Google победит. Кто выбрал вот это? Остальные игроки, которые еще живы, пора. Все обкакались. Все обкакались. Добро пожаловать в комнату 217. Это мой тату-салон. Мое тело — это путевая карта страданий. Сейчас туза набьют вам в одном месте. Сделайте мне новую татуировку, нарисовав ее на своем устройстве. Ребят, я сразу предупреждаю о соблюдении правил. Купола. Вот здесь. Ха-ха-ха.
А, вот он момент, когда мы закончили делать татуировки, но чувство сожаления еще не пришло. Купола, короче. Теперь голосуйте за свое любимое тату. Художник с меньшим количеством голосов сдохнет. Мне кажется, у всех будет ноль, кроме куполов. Голосуйте уже! Африка, выздоравливай. Итак, что мы решили? Ну, татуировки хотя бы не вечные. Что? Вечные? Время для небольшой расплаты. Дискайн отлетел. Моя мама раньше говорила, когда-то это все будет твоим. Она имела в виду отель и ее ненасытную жажду крови. Двигаемся дальше. Какой тип вау-импульсов не описывал Виктор Пелевин в своем романе Generation P? Чего? Вытесняющий, оральный, анальный и определяющий. Время убегает. Я вообще, я чуки, понятия не имею. Кто выбрал вот это? А знаете почему? Следуйте за мной. Потому что есть оральный и анальный. Как можно определиться в таком разнообразии? Невозможно. Поэтому я решил, что определяющего там точно нет. Дух пожертвований. Каждый из вас получает по $500. Отдай немного этих денег своему другу. Игрок, у которого окажется больше денег, сдохнет. Но если у кого-то в итоге окажется больше $800, умрут все, кто отдал деньги этому игроку. А будет звук? Начинаем. Можно попробовать поиграть, да. Мне кажется... Ладно, сейчас не буду говорить, чтобы не пробайтить никого. Я потом скажу, кого я выбрал. Мне кажется, давайте отследим транзакции. Суба умрет. Теперь ты можешь позволить себе красивенький гроб. Спросите, как я догадался. Спросите меня. Спросите. Как? У него в никнейме 228. Такие люди не выигрывают. Мы прибыли. Когда в живых останется лишь один игрок, мы перейдем к финалу. Следующий вопрос. Сколько всего кругов на поле для твистера? Время почти вышло. Кто выбрал вот это? Так много! Реально? Я хочу вам кое-что показать. Это что за твистер такой? Я даю всем вам по лотерейному билету. Хороший подарок, да? Чтобы выжить, сотрите защитный слой в клетках и найдите 3 значка доллара. Если не остановитесь на этом, я вознагражу за каждый дополнительно найденный доллар. Но если попадется хотя бы один череп, я сотру вас. Скринь, Гори Риперс умрет. Приступайте к стирке. Испытывать свой... Если у тебя проигрышный билет, следуй за мной. Спросите, как я узнал. Остался только один выживший. Спросите меня. Вы знаете, что это значит. Ему повезло на слотах, вот там, который падала штучка. А два раза повезти не может. Но сможешь ли ты сбежать? Сейчас я дам первую категорию. Предметы ЕГЭ. Выберите ответ, который подходит под категорию, и нажмите «Отправить». Ну это изи, даже я знаю, хотя мне уже почти 32.
Взглянем на правильные ответы. Ну, типа... Вы продвигаетесь на одну клетку за каждый правильный ответ. Ты все ближе к выходу. Погоди, ты же не думаешь, что ты будешь делать это в одиночку? О, как наивно. Если призрак догонит тебя, он украдет твою жизнь, затем он сможет сбежать отсюда и выиграть. И вот вопрос, который звучит для всех. Да, и они получают третий вариант, чтобы им было легче догнать тебя. Время почти вышло. Математик! Призраки приближаются к тебе. Физик-математик. Альбомы группы Любе. Альбомы? Оружие из Counter-Strike Global Offensive. Я не знаю. Нова? Что за Нова? А, дробовик, по-моему. Еще одна смена лидера. Дробовик Нова, да, не по-моему? Не отставайте. Я знал. Я знал. Ступени восьмеричного пути Будды. Ой-о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 й-
Есть! Вспомнил. Еще украденная жизнь! Буддист! Идем дальше! Буддист! Формы крыш зданий. Идейшая, стример-строитель. Подработка. Подработка! Стример-строитель. Чисто дома строю в Молдове. По выходным. Как же стример фигарит? Граничит с Россией по суше. Стример-географ. Нет, почти географ. Почти. А, мне нужны вопросы посложнее. Почти географ. Геополитик, блин. Игры из серии «Электроника». Время почти вышло. Я... Да ладно, там были ты! Чего? Ты не сможешь вечно убегать от этого призрака. Чего? Там были еще... Локации в «Игре престолов». Вообще я не помню... Вообще не помню. Не так быстро. Если ты хочешь пробиться через этот барьер, тебе понадобится идеальный ответ на этот вопрос. И теперь я добавляю третий вариант. Тебе надо дать все правильные ответы, чтобы сбежать. Очередная кража жизни. Алканы. Алканы. Время почти вышло. Ничего себе! Системы человеческого организма. Whoa!
Ну да, я даже если бы правильно ответил, я не сбежал бы, потому что приоритет был над чуваком сверху. Стример тупо... А при чем тут это? Это все на ставку не влияет. Сбежал бы я или нет. Итак, раз, два, и стример топ-3, все, ставка сыграла. Гениален во всем своем могуществе и проявлении. Потрясающий умный стример, который знает всеобъемлющие неисчерпаемые знания вселенной. Вот так, ребята, вот так вот. Да. Так, чат, давайте отправимся в следующую игру. Если что, мы еще вернемся к этой, так что не переживайте. Ну вот. Офигенная игра, конечно.